Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! В самом разгаре летний кубок из сильнейших в стране безопасности. Первыми вступили в борьбу Юля и Арсений. В предыдущие 3 дня им пришлось пройти нелегкие испытания, которые потребовали не только знаний и эрудиции, но и хорошей физической подготовки. По результатам 3 дней пока лидирует Юля с результатом 21-18. Но и радоваться, и огорчаться пока преждевременно. Сегодняшний день все расставит на свои места. Итак, внимание на экран. Здравствуйте, ребята! Здрасте! Присаживайтесь. Ребята, сегодня 4-й финальный день. Позади остались нелегкие испытания. Вы показали себя не только сильными соперниками, но и настоящими специалистами в области пожарной безопасности. Пора ставить финальную точку. Но перед началом заключительного финального конкурса мы с вами еще раз вспомним правила действия при возникновении пожара. Готовы? Да! Если вы почувствовали запах дыма в квартире, первым же делом определите его источник. Если в квартире все в порядке, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Обязательно прикройте дверь, иначе дым попадет в квартиру. Не спускайтесь вниз по лестнице. Не пытайтесь пользоваться лифтом. При пожаре лифт отключается и может стать ловушкой для вас. Вернитесь в квартиру и немедленно позвоните по телефону 101. Четко и без паники сообщите причину вызова пожарных, свой адрес, номер телефона, код подъезда, а также удобные варианты подъезда к вам. Теперь вам следует позаботиться о своей безопасности. Главное, ваша задача – предотвратить попадание дыма в квартиру. Возьмите ветошь, разорвите и как следует намочите ее водой. Ножом или отверткой заправьте скрученные жгутом полосы в щель между дверью и косяком. Не оставляйте пустого пространства. Пожарные приезжают быстро, но добраться до квартиры бывает сложно. Не теряйте самообладание. Если ваша дверь нагревается, поливайте ее водой. Прикройте в квартире все вытяжные и вентиляционные отверстия. Дышите через мокрую тряпку. Это предотвратит попадание дыма в легкие. В случае проникновения дыма в квартиру немедленно выйдите на балкон. Плотно закройте за собой дверь и ждите прибытия спасателей пожарных. И помните простое правило. Ваша безопасность в ваших руках. Вам предстоит выйти из задымленного лабиринта. Кто быстрее справится с этим заданием, тот и победит в нашем конкурсе. А значит, станет победителем возможной программы. Ну что, готовы? Да! Пошли! Арсения, что случилось? Иди сюда, мой дорогой. Что такое? Что случилось? Ты не готов? Ты испугался? Арсений, пожар, конечно же, на самом деле, это еще страшнее. Во время пожара происходит сильное задымление. Ты увидел сейчас, да, насколько невозможно ориентироваться в такой ситуации. Но выход искать надо, поэтому давай вместе пройдем это испытание. Задымление очень сильное. Если сильное задымление, что мы делаем? Правильно. Наклоняемся ближе к полу, как можно ниже. Если у нас есть какая-то тряпка или вещь, либо вот даже твоя рубашка, ты ее расстегиваешь и прислоняешь к дыхательным путям. Дальше смотри внимательно, куда мы идем. Это наша дверь. Правильно? Вот. Что у нас тут ожидает? Стрелочка, эвакуационные знаки. Внимание, она показывает, что нам следует идти в эту сторону. Следующий знак, который мы видим, смотри, он указывает на то, что
эвакуационный выход находится у нас в той стороне. Выход, правильно. Мы добрались, мы у цели. Ну что, Юлия, готова? Да! Поехали! Умничка! Ты нашла правильный выход. Я тебя поздравляю! Ты справилась с заданием. Ребята, пора подводить итоги. Да! За выход из лабиринта 5 баллов получает Юлия. Итак, по результатам 4 конкурсных дней победителем становится с результатом 26 баллов Юлия. Я вручаю тебе диплом о том, что ты заняла первое место в летнем кубке страны безопасности. Спасибо. И памятный приз. Спасибо. Арсений, я поздравляю тебя. Ты занял второе место. Спасибо. В нашей стране безопасности вы узнали много полезной информации. Я надеюсь, что эти знания вам не придется применять в жизни на практике. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов, здоровья и удачи в учебе. Нам остается лишь только попрощаться с телезрителями. До новых встреч. Пока. Пока. При обнаружении чрезвычайной ситуации не нужно паниковать. Ну и не думайте, что кто-то позвонит вместо вас. Необходимо сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 101. Если вы звоните с мобильного, 112 или 101. Сообщите адрес, где происходит пожар, также место его возникновения.